Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами большой обзор, распаковка. Нет, небольшой. Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами обзор, распаковка игрушек. Нет, не игрушек, товаров. Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас обзор, распаковка товаров из магазина Вальберис. И давайте начнем. Начнем мы вот с такой вот елочной гирлянды с небьющимися лампами. Так она выглядит. Не заклеена, кстати, здесь. Видимо, может, ее проверяли. Так, здесь у нас должно быть 3 метра. Но больше всего меня интересует насчет работы. Мне сказали, что все это проверяется дома и записывается на камеру. Так, вот так она выглядит. Конечно, все-таки посмотреть ее надо было, ну ладно. Это у нас на елку. Такой маленький. Нажимается. Так. Цветными. Так, и давайте же попробуем. Включим ее. Так. Подальше чуть-чуть. Ба! Загорелась. Ну, вот так она смотана. Как их так сматывают, мне непонятно. Прям вот как будто прям ими прошивают все. Ладно, давайте так посмотрим. Довольно она неплохо себе так горит. Горят, по-моему, все лампочки. Зеленый, красный, синий. На елке, я думаю, она будет смотреться классно. Такие тепленькие немножко. Ну, вроде бы все хорошо. Ой. Нет, прям горячие некоторые. Так. Поэтому надо проверять. Да, немножко, кстати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, она горячая. Она горячая, и это, кстати, очень неприятно. Ну, такая она прям горячеет. Ну, ладно. Не знаю, должно ли быть так или нет. Так, туда откладываем. Так, следующая наша покупка. Это вот такие вот аккумуляторные. Аккумуляторные батарейки 28.00. Они, кстати, переливаются. У меня когда-то очень давно такие были. Они реально классные. Их хватает довольно надолго. И прям вообще офигенно. Так, у меня их 2 пачки. Вот они. 2 штуки у меня. Будем проверять. Они считаются, то есть в Вальберис их возвращать нельзя, оказывается. То, что порванная упаковка, говорит, но сказали, запишите на видеокамеру, если они у вас не будут работать, тогда можно будет доказать. Так. Ага, сейчас я. Мы будем проверять в фотоаппарате. У нас фотоаппарат. Вуаля. Старенький фотоаппарат. Но он включается. Работает. У меня такие. Так. Втыкаем. Плюс. А, ну да, нарисовано. Вуаля, работает. И вроде как даже полностью, хотя нет, не полностью. Ну, они обычно не полностью заряжены, обычно их всегда полностью разряжаю.
и потом заряжаем. Вот, отзывы, кстати, об этих батарейках очень-очень хорошие, но есть и плохие. В основном пишут те люди, которых они оказались разряженными. Я думаю, блин, неужели такая проблема зарядить? Я помню, по-другому открывала. Так, срезаем. Вуаля, слава богу, включается. Это тоже половинка. Ну ничего. Мы и зарядим. Классные батарейки, прям вообще отличные. Их я купила для игрушек. Сейчас вы узнаете, каких. Так. Пускай лежат рядом с этой. Здесь вот. Так, кстати. Да что ж такое-то? Убегающие. Да. Так, здесь вот давайте с вами упаковку посмотрим. Обычно сейчас, кстати, делать все гораздо проще. Там просто пишут, допустим, 100 раз можно зарядить. Тут прям наклейка. Типа 100 зарядок. Или наоборот пишут. А вот, дата выпуска. Вот. То есть раньше было как? Дата выпуска написана была. Ну, допустим, 2010 год, да, к примеру. И написано. Срок службы 5 лет. И неважно, сколько раз вы ее зарядили. Но даже если ты за 5 лет ее зарядил 2 раза, у меня такое было. Она все равно спустя 5 лет, все. Ее невозможно зарядить, она вырубает ее, все она. То есть уже негодная. А, то сейчас уже делают 100 раз, допустим, зарядить ее можно, и потом все уже. Так проще. Здесь не знаю. Ну, по крайней мере, они свеженькие, слава богу. Так, следующая наша покупочка. Осмотр, вернее, покупок. Вот такая. Я заказала целых 3. Наконец-то они пришли, эти машинки. Это для трека. Сейчас мы их будем тоже проверять. Смотреть. Так, здесь вот синие были дешевле, чем красные. Поэтому я взяла их. Вот. Ну, и они вроде как должны подходить под наш трек. Батарейка одна. Классно. Вот. И здесь какие бывают еще. А, вот такие я, по-моему, видела. Но их уже не было в наличии. Такие, не знаю. Автопар. Поэтому я взяла 3. У нас как раз в наборе 2 машинки, еще плюс 3. И там будет видно уже, сколько мы еще возьмем. Потому что у нас трек большой довольно. Так. Так она выглядит. Машиночка, машиночка себе. Ну, вроде бы ездит быстро. Горит. Хотя, кстати, мне кажется, не так уж и быстро. Смотрим следующее. Точно такая. Одна батарейка. Чего-то там написано там. Очень-очень-очень мелким таким шрифтом. Игрушка транспортная со световым. Кто-то там. Плюс стрип, кстати. От фирмы. Другой. Тоже все мигает. Конечно, все нужно смотреть на самом треке. Потому что, кстати, прозрачная все такая микросистема. В принципе, кстати, тут можно, мне кажется, не одевать. Даже болт завязывать, мне кажется, не обязательно.
Так, и еще одна. И, конечно же, нас там, кстати, еще ждет еще одна вещь. Это еще не все. Сейчас не переключайтесь. Так. Тоже болтик. Ну, лучше можно, да, я думаю, завязывать. Нет, просто не завязывать. Не заматывать. Тоже, кстати, все светится. Вот. Так, ну и все. Батарейка, в принципе, ничего такого не стало, но прям классная батарейка, так блестит вся. Так, вот у нас уже упаковка. Также еще я купила вот такую штукенцию. Упакованная, кстати, она. Так, довольно хорошо упакован, как будто там шампунь ехал какой-то. Сейчас мы откроем. Вот штука, у нее здесь вот с этой стороны поролон, а тут щеточка, короче, ею мыть бутылки, ну просто стеклянные бутылки. Бутылка стеклянная у меня, допустим, из-под молока, там еще чего-нибудь. Вот стоила вот она 105 рублей, остальные, кстати, цены будут в описании. Что там, самую дешевую, кстати, выбрала, самую дешевую. Но у меня уже наподобие вот с такой ручкой есть для детских бутылочек. У нас с вами сегодня еще вот такая вот необычная покупка. Напольный модульный коврик-пазл. Вы, наверное, по названию уже поняли. Что же это такое может быть? Тут вот подходит для всей семьи, написано количество модулей. Чего-то там нарисовано, пока не понимаю. У меня такого никогда в жизни не было. Но чисто случайно я увидела и решила купить. Давайте же ее откроем, посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да, их 7 штук. Кстати, они мягенькие такие. Как вы думаете, что это может быть? А сейчас узнаете. Тяжелые. Такая, смотрите, классно. Такая штучка, подарок. Спасибо, что выбрали коврик пазл торговой марки Артош. Артошка, да, Артоша. И подарили такой чупа-чупсик. Надо будет завтра Диме предложить пососать чупа-чупс, а то он даже не знает, что это. Мне кажется, ему будет интересно. Так, здесь у нас... А, как надо вставать. То есть ножки даже, смотрите, нарисованы. Не только просто ходить, но и вот вставать и так, и сяк. И прыгать на коврик. И на носочках. Я даже не знала. Кстати, я о таком давно уже мечтала. Еще когда-то в детстве мы с мамой ездили в Дубки. И там были прям камни вот эти. Я очень любила по ним ходить. И мне хотелось дома что-то такое же подобное иметь. Вот такие прям тут. Классно. Так, ну и здесь, конечно же, есть такой ежик. Он, кстати, такие немножко у него жесткие штучки. Перевязано все это, смотрите, с такими резинками.
как они еще эти резинки не провались. Все хорошо упаковано. Меня, знаете, больше интересовало, что же с этой стороны у ежика. Думаю, неужели там так пусто? И что он прям может провалиться. Ну, кстати, тут вот как будто бы какая-то вот как дырка, как будто какая-то что-то. Он мягкий. Сам ежик прям плотный. Можно какой-то массаж делать с ножками, ручками. Здесь также вот всякие такие, не просто тут камни, да, как мы в детстве ходили по камням, а тут и желудь, по груши пройдешь. Прям супер, классно. Так, здесь уже сцеплены все вместе. Так, здесь, смотрите, какие-то как как зефирки как будто. Есть чуть-чуть даже уголочек такой остренький с этой стороны. Ну, такая как силиконовая она, такая классная. Прям классная, хорошая вещь. Хотя бы, наверное, наступаешь, она не сильно будет продавливаться. Картонка. Здесь кто-то. Это, наверное, самое как раз главное. Такая штучка. Две таких. Тут другая, смотрите. Класс. Ну, по такой, конечно, ходить, наверное, очень сложно. Такая она тоненькая. Но, кстати, они очень красивые довольно. Я выбирала, чтобы и красивые были, и качественные. И чтобы они были такие, как для взрослых, не совсем детские. Потому что, ну, вот эти мне очень нравятся, они красивые. Так, здесь у нас всякие... Ой, тут даже грецкий орех есть. Шишка. Кишью. Тут какой-то листочек. Шоколадка, что-то не знаю, что это такое. Что мне конфет так захотелось. Тоже, кстати, классная. Вот по этим вот ощущениям кажется, как будто она может прилипнуть к полу. Пахнут, кстати, они классно. Такой резиной, что ли, пахнут, не знаю. А, два таких одинаковых. И светлая. Класс. Коврики. И последнее. О, тут как раз большие камни, да. Тут поменьше. Такой. Так, здесь еще с этой стороны вон как будет. Вот, смотрите, какой подарок я сделала Димочке. Сделаю такой вот необычный, классный. Сегодня у нас, к сожалению, маленькая закупочка. Я еще, кстати, плюс купила гирлянды, шторы. Вернее, купила, а взяла. Но потом в последний момент я увидела, что я ее оплатила за 2000. И я поняла, что я выбрала за 1200. А она каким-то образом у меня получилась за почти, ну, там 1899, почти 1900. И я поняла, что я заказала, взяла просто не ту. Каким-то образом, видимо, я не заметила, что я взяла не ту. Вот. И там уже я отказалась от нее. Решила заказать другую. Сегодня вот сейчас мне... сегодня я днем забрала заказ, и сегодня вот сейчас вечером мне пришли деньги за нее довольно быстро. Я сделала заказ, я выбрала другую. Вот она, ну, немножко похуже, там чуть-чуть есть разница. Вот, может, еще что-нибудь найду. Мы уже не ходим в магазин, мы теперь ходим в магазин через телефон же. Вот, так же проще теперь сделать
оплатил, пришел, забрал, без очередей, без всего, забрал, пошел своими делами дальше заниматься. Все, все классно. Вот, вот такая у нас с вами была обзор, распаковка. Я надеюсь, что вам два в одном все-таки понравилось. Вот, напишите в комментариях, как делать в следующий раз отдельно обзор и отдельно распаковка, то есть два ролика. Или лучше сразу показывать, как вам понравилось. Обязательно пишите в комментариях. Так, также, конечно, вы все это сможете увидеть в деле. Это на елочке. Ну, это не увидите, наверное. Машинки будут скоро трек. Мы его с Димочкой соберем, поставим. И эти машинки вы увидите. Ну, вот это, конечно, все увидите во влогах. Я буду записывать первый влог, как Дима пойдет. Мне кажется, он будет хохотать, очень смеяться, потому что это реально щекотно. И когда человек ни разу в жизни не ходил по такому, то, конечно, это будет что-то такое, какой-то нонсенс. Мне интересно записать его эмоции. Вот. И с вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Вот, смотрите наши влоги, другие ролики. Обзоры на продукты, на технику, кулинария и много всего интересного. И всем пока-пока!